Покажи цены. Это бы 410. Я бы такие по 90, может, и взяла на ночке. Ну, наверное, было. Ну, все по 90, а еще? Ну, по 1, да. Девочки, все по 90. Видишь? С шортиками. Я два похожих платья оставила, не распакованные. А, это что? Ну, они, как бы, я их не носила. А покупала? Все... Ну, я купила, она с находки была хорошая по интернету. А, знаешь, знаешь, как бывает, да, по интернету. Дорого. Да я не помню, по-моему, 6 евро каждая. Да, я не беру. Там мне небольшой дорог. Блин. Прям как Гавайи, типа, да? Или как? Это тоже с шортами? Шортики. Ну, я бы с сарафаном сделала, честно, такое. На груди только мне узел тут. Это на тебя, Зара. Не сильно большой? Наверное. А мне он не очень. Я его буду выше? Я его буду прям переделывать. Я тогда уберу вообще эту резинку. Полностью. Если ее уберешь, оно будет. Полностью обрежу. Мне такое не нравится. Вообще, ну, конечно, его не... Сейчас я вытащу. Вот это убирать надо. Угу. Не знаю. А вот это... Прям совсем хлопок.
Сначала посмотрим, где стоят продукты, потому что они так взяты. Тут за единицу, но тут не будет. Ух ты, вот такая. А, она с дефектом. 13.00 столица. Вон такая вообще. Это крючок или под крючок? Под крючок, типа игольного. Будет много приколов от Николая Поменко, жизнеутверждающими новостями поделится Иван Ургант. Прикольно. Вечернего Урганта споем с Димой Белорусских, Артиком Белорусским, Главой Кубкой. Ну а в середине... Первый вопрос на 3 миллиона рублей. Сегодня Россия занимает первое место в Красное сложнее снимать. Thank you.